Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем вживать в игрушки Don't Starve, She Prigid, с огромной подборкой модов. Ну, основные моды — это персонаж Чен и мод Случайный Случай, который постоянно в мире рядом с нашим персонажем что-то добавляет. Ну, как правило, это какие-то мобы. И, кстати, дудошка у нас немножко подросла уже. Главное, чтобы они отсюда не убирались. И у меня есть небольшие новости по поводу алтаря. Можно сказать, мне проспойлерили. Это, конечно, не очень хорошо. Был бы сюрприз, было бы более хардкорно. Не нужно спойлерить, не нужно подсказывать. Ну, подсказывать-то можно, но не нужно прям вот какие-то вещи. Я, к примеру, с данными модами не знаю, а мне вот так вот хоба сразу говорят, это там не делай. По поводу алтаря. По поводу вот этого алтаря, оказывается, этот алтарь не для того, чтобы я на нем возрождался, а для того, чтобы вызывать. Ну, мне написали, что появится муха. На самом деле не муха, я потестил немножко вообще данного персонажа в режиме открытия всех рецептов. Кстати, он, оказывается, может делать из синих камушков красный и наоборот, но я так понимаю, нужен теневой манипулятор. Шляпусник сделал я офигенно. Нужно будет потом теневой манипулятор еще сделать. Вот это канитель. Это амулет кошмаров. По-моему, он даже есть и в стандартной игре. С ним, по-моему, с ума сходишь. А к данному персонажу он относится таким образом, что если мы его одеваем, то с ума-то мы не сходим, но нас сам, ну, на нас, короче, нападают кошмары. Сразу появляются кошмары, начинают на нас нападать. Это, конечно, новость. То есть, таким образом можно топливо ужаса добывать. Потом отключаешь, снимаешь этот амулет. Он причем не тратится. И кошмары нас больше не атакуют. То есть, тоже классная вещь. У нас начался сезон ветров. Поэтому, так, в паке у нас есть чинилка. Кстати, давайте починим вот этот зонтик сразу. Есть парус, бронированная лодка у нас есть. Это все мы возьмем. Вот это мне вообще нафиг. По идее, оно мне вообще не нужно. Камушек синий у меня один. Это плохо. Так. И у меня нету холодильника. И насколько я помню, у меня нет ни одного алтаря. Я не нашел. И это печально, потому что я могу сдохнуть и прохождение закончится. Поэтому нужно куда-то направляться. Куда? А фиг его знает куда. Подзорную трубу сделать, наверное, по-моему, я могу. И куда-то вот так вот крутиться дальше, смотреть вот эти промежутки. Короче, обследовать, обследовать и еще раз обследовать. Излишнего. Излишнего семечки можно выкинуть. Навоз можно выкинуть. А, семечки у меня тут лежат. Так, по поводу подзорной трубы. Есть у меня одна жопка есть. Потом нужно, по-моему, золото одно и, по-моему, одна бутылка. Так, берем вот это. О, я бутылку не изучал. Я не изучал бутылку? Странно. Да, я не изучал до сих пор бутылку. Так, и давайте сделаем тогда себе подзорную трубу. Так, что излишнего? Маску, конечно, можно скинуть. Это мы кого-нибудь зарубим. Пожрать. У меня вообще ничего нет пожрать. Это плохо. Так, Пак, иди сюда. Давай рубанем вот этот бамбук сразу. Чтобы он был. Ну, пожрать у меня есть бананы, по идее. Мне на какое-то время этого хватит. Вполне. Так, давайте сделаем еще одну ткань. По-моему, дерево упало. Да, дерево упало. И змея... Я не потрогал твое дерево. Так. Забираем шишки, где-то они у меня лежали вроде бы. Так. Сюда. Ткань.
сюда. Это будем делать... Будем делать мешки из песка и будем делать... Змеиные полы. Я думаю, нам хватит. Так, дудошки сидят. Фиг с ними. Начался долбанный дождик. Поэтому берем зонтик. Берем зонтик. Так, маску, я не знаю, наверное, в паке положу. И пошли. По-хорошему, нам найти бы... найти бы нам этого. Так, это к тебе. Кита. Найти бы кита. А, я еще не сделал, блин, светильник. Плохо. Ладно, светить будем. У меня вот каска есть. Куда поплыли, я не знаю. Куда-нибудь поплыли. Так, вот это одеваем, чтобы не намокать. Град можно будет собрать. Так, сейчас день... Я вот не помню, во время дождя вроде бы тоже... Ладно, давайте посмотрим. Обзор тоже... Да, нормальный обзор вообще-то. Я бы сюда вот сплавал. Тут наверняка какой-то есть остров. Успею я туда доплыть, нет? Не, пошли по волнам. Ладно, пошли по волнам. Нам вот это вот нужно в руки. Поплыли. Куда-нибудь поплыли, а то... Я так чувствую, я сейчас доплаваюсь, ё-моё. Кита, если встретим, попробуем его убить. Посох, к сожалению, у меня обычный. Вообще, в магазин можно сходить. В поросячий. Может быть, там шестеренки, хотя... По-моему, шестеренки были... В сезон спокойный. Сейчас там что-то другое поменялось. Там можно что-то купить, конечно. А вот, походу, островок уже. Либо это относится к нашему островку. А, молнии сейчас еще могут шарахать. Ну, ладно. Так. Погнали. Самое главное, что мы не намокаем. И это меня радует. Вот какой-то островочек мы нашли. Так, что за островочек? Золото. Блин, по-хорошему найти бы алтарь с золотой макакой, который добавляется за счет... О, по-моему, там дудошка, давайте отползем. Там, ну, такой пляжик, похожий на котором дудошка живет. Сейчас ее молнией шарахнет, и я... У меня, конечно, две дудошки уже, но я хочу еще посадить. Туда же. Так. Я надеюсь, таким образом мы дудошку не активировали. И она у нас не ед как. Во. Люминесценция, супер. У меня как раз есть сачок. Мне, кстати, писали тоже в комментариях, зачем ты ловишь светлячков, они не восстанавливаются, ты чего об этом не знал? Да, знал, но, блин, на берегу-то удобнее светлячков поймать. А так-то, по идее, лучше ловить биолюминесценцию, она восстанавливается. Так, стоп, не намокаем. Она восстанавливается, конечно, не в том же месте, в каком-то другом, но она постепенно восстанавливается. Давайте пока гроза, молнии и так далее... Куда-нибудь. Вот сюда, на этот островок, мы еще вернемся. Наверняка там алтарь есть. Тюльнада придет на 33-й день. О! Кого я вижу? Так. Кого я вижу? Сейчас мы, наверное, саблей ее и замочим. Где ты? Где-то тут была. Только что. Акула меч. Это как рыба меч. По-моему, так она называется. Где-то она здесь плавала только что. Слушай, куда она делась? Я видел тень. Так, пока не ускоряемся, аккуратненько плаваем.
И туман. Туман — это край карты, значит, да? Так, вот мы и нашли край мира. Заплывать я туда не хочу пока. Я хочу отметить его. Ну-ка. Так, а мы живем... Мы живем на этом острове. То есть получается вот так вот. И как-то либо сюда, либо прям вот, вот тут вот у нас край. Угу. То есть у нас вот тут еще острова. Ладно. Что-то я не понял, куда там делся. Рыба-меч. Ну и фиг с ней. Так, пока жрём бананы. А то испортится все равно. Бананы еще приедем, соберем. Правда, я не знаю, они там будут расти в какие-то другие сезоны. Просто есть вероятность, что вот эти банановые деревья, которые около племени Тики, у них там своя какая-то система роста. Возможно, в какие-то сезоны бананы не растут. А, и писали в комментариях, что я пропустил треугольник электрический. Ну, конечно, я даже пересматривая видео, три раза пересматривал на том времени, где мне показали. С трудом увидел. Это было, кстати, где-то вот здесь вот. Где-то вот в этой части, по идее, если это было видно на экране, значит, это должно было отображаться. Но почему-то не отображается. Где-то вот, вот прямо вот здесь вот. Где-то в этой местности я плавал. Странно, даже кусочка не вижу. Хотя на экране это было видно. Не знаю, не вижу почему-то. Черт его знает где. Не вижу. Где-то было. Так. Ну, и на тот остров я пока не хочу плыть совсем. Там, походу, дудошка, не хочу, чтобы ее молнией прибило. О, вот плавает это чудовище. Танкуем и все. Ее же саблей она отлично убивается. Так, где шлем? Шлем здесь. Это здесь. Это дело мы заправляем. Так, поплыли дальше. Кораллы. Соберем водоросли. И, кстати, есть смысл посмотреть подзорной трубой. Куда-либо. Ну и соберем водоросли. Нас, по крайней мере, молнии пока не трогает. Так, покушать. Покушать полно. Чего покушать у нас есть? Огромный коралловый риф. О, еще одна плавает. Смотри-ка. А чего вас так много? Ой, остров нашел. Ты что, подожди ты, я хочу тебя убить. Стой. Ей пофигу на меня. О, рыбка. Чтоб тебя положить, ба, паки. На тебе вот это. Рыбка. А куда эта сволочь ушла? Она быстро плавает, блин. Во-во. По ее следам давай. Так, и кого она дальше мучает? А, куда-то уплыла. Так, вроде закончилось. Ай-яй-яй, намок. Ай-яй-яй-яй, меня это током бьет. О, вот она. Наделаем себе сабелек. Они складываются в стак, и это замечательно. Так, а я намок, мне ускоряться нельзя. Эти сабли офигенные вообще. Он даже вот эту рыбу-меч с двух или трех ударов фигачит. Так, остров у нас здесь. Кстати, вот туда вот можно глянуть.
Давайте посмотрим. Ага, край. Все понятно, вот он край идет. Что-то я как-то не очень. А, вот еще остров. А, поплыли на этот. Посмотрим, что там. Сейчас, наверное, просохнем там. О, лодочка. На ней фонарик есть. Хочу фонарик забрать. Мне некуда опять складывать. Так. Паки, на тебе вот это. Так. Я не понял, куда я дел. Подожди, как так-то? А, на этой же лодке. Вот, вот это забираем. Так, отлично. Заправляем. Супер. У нас есть фонарик. Изучить, конечно, его все равно нужно будет. Ну, по крайней мере, он у нас есть. Так. Ага, сейчас ударит нас током. Ну ладно, не страшно. Пошли. Пошли посмотрим, что за островок. Ай, ты как задолбал, а? Как же ты задолбал дубасить-то меня постоянно, а? Я, наверное, бананы съем просто. Как раз восполним здоровье. Так, слушайте, и ночь. Дошку я видел где-то здесь, по-моему, да? Так, давай вот это тогда съедай, это берем. Пошли. Останавливаться нельзя. Потому что дудошку сейчас могут сожрать. Если она вообще... Если это дудошка была. А, нет, это... Понял, понял. Это остров черепа. Так. Можно собрать как раз золотишко. По поводу алтарей... Сделаем. Обязательно сделаем. Потому что... Блин, кого-нибудь вызовем. Ну, я так понял, вызывается именно из царства гигантов боссы. Не обязательно именно там циклоп олень, а основные боссы могут... О! Смотрите-ка. Кстати, что-то тоже в комментариях мне писали по поводу какой-то... Следить, что говорит персонаж, я особо не слежу. Причем он все равно говорит на английском, я поэтому как-то не особо понимаю, что он там говорит. Ну, когда он какую-то фразу там произносит, он говорит по-английски, кто-то появился, или сейчас кто-то появится, или что-то такое. Вот у нас слизнив... Улитка Паха, по-моему, или как-то в этом роде она называется. Появился. В кораблекрушении вообще ее не существует как таковой. Но это случайная встреча. Мод к нам добавляет всех, кого угодно. Начиная от боссов, заканчивая всякими какими-то... Ну, начиная с обычных мобов из руины, из обычного мира царства гигантов, заканчивая уже боссами. Так, камни не помещаются, да? Я бы камни, наверное, в этого бы сложил бы. И набрал бы еще. Камни пригодятся, я не знаю для чего. Ну, для чего-то пригодятся. Что-нибудь делать будем все равно. Ну, этим, по-моему, можно заправлять. Да. Этим можно заправлять. Пойдемте побегаем, посмотрим. Может быть, все-таки алтарь на этом острове будет. Пока я вижу только паучков. В больших количествах. Кстати, паучки. Паучки. Опа! А, я думал, лечилка выпадет. Мясо мне не нужно. Мясо не особо и хотелось. Жалко. Тут есть обезьянки. Кстати, у меня домик обезьянки я так и не поставил. Нужно было его поставить, наверное. Так.
побегаем. Черт, я где-то застрял там. Побегаем, поищем какой-то звук. Ну, вроде он ничего не говорил. Звук, похожий на стрекотание. Вот мне кажется, вот этот звук, когда кто-то появляется. Или что-то появляется. Так, паучки. О, еще долбаные макаки. Долбаные макаки. Так, разгоняемся. Здесь много пауков. Тут звуков, блин, и без... без модов хватает, по идее. Так. Пауков очень много. Что довольно-таки неплохо. Ну и, блин, макаки. Все. Ну и череп. Я думаю, на мини-карте все видят. Вот почему? Почему это остров черепа? А, вот это можно взять. Я не знаю. А... опять заправить. Да, каску заправим. Пускай он тут ползает. Ее, конечно, можно попробовать убить. Из нее может выпасть как раз вот это вот... ее... ракушка. Ну, блин, она как броня. Она неплохо защищает, когда ты в нее прячешься. А когда ты просто ее носишь на себе. Причем носится она как вот обычная броня. Как-то не фонтан. Все, нет тут алтарей. Нет, не вижу я алтаря. Так, лодка у меня наверху, поэтому поплыли. Вот в эту сторону, кстати, можно трубой, если успеем посмотреть. И там какой-то островок, поплывем к нему. По крайней мере, я знаю, что там островок, поэтому поплыли к нему. А, я кремния набрал дофигища, да? Давай в паки положим. Может быть, где-то оставим. К примеру, алтарь найдем, там нужно будет оставить нам. Кремний как ни крути. Желательно оставить. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, зачем ты так налетел-то? Да, бьет. Ну, током бьет, что-то-то я так смотрю не особо сильно. О, болото. Еще один островок. Отлично. Так. И вот туда бы проплыть сейчас, в конец острова, и глянуть еще бы. Коней слышу, отчетливо слышу коней. Прям вот слышал, что кони были, а где они? Кони просто так, ну, могут просто приплыть, могут... либо у меня опять глюки у меня, я слышал же коней. Обычно они просто так стоят около... платформа для перехода в другой мир. Вот тут что у нас? Просто мини-островок? Так, ну давайте вниз посмотрим еще. Ударит? Нет, все не ударяет. Тут дофигища островков нашли уже, можно обследовать их. И вон еще, либо это вот этот так и продолжается. Ну-ка. Нет, может, показалось. Хотя вполне возможно, что вот тут платформа. Так, ну-ка, подождите. Это куда? Да, давайте вот сюда куда-нибудь глянем. Ну, это вот этот островок продолжается. Так, больше ничего здесь нету. Ну, я не знаю, поплыли. Черт подери, поплыли куда-нибудь туда. Кит, блин, очень далеко. Хотя... хотя, как вариант, неплохой. У меня чинилки нету. Слушайте, а у меня нет чинилки для корабля. Это фигово. Я ее не сделал? Похоже, я... я, наверное, пчел-то не долбил особо. Я вижу, там мерма носится. Довольно-таки неплохо. Так, 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 что можно паки пока выложить? К примеру, вот это. К примеру, вот это. Фух!
Черт, всегда меня пугает это чудовище. Если вы тоже испугались, не бойтесь, это появилось в мире жаба-поганка. Опять же, это добавляется с помощью мода. Так, эти ребята к нам агрессивно себя могут вести. Поэтому аккуратненько так их не трогаем. Значит, у нас на этом острове появилась поганка. Жаба. Ох, сколько. Это от флюпов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не трогайте меня, пожалуйста. Что-то они как-то не отстают. Так. Где-то жаба появилась здесь. Недалеко. На болоте причем. Она что-то у меня вечно на болоте появляется. Убить ее здесь никто не убьет. И помочь мне никто особо не поможет. Этих мармов она быстренько вшатает. Опа. Хотя их тут много на этом болоте. О, а тут продолжается или тут... Блин, я думал, дерево что-то продолжается. И ничего подобного не... Ничего подобного. Так, вот это нужно собрать. Это мне пригодится на что-нибудь там. На теневую броню, на... На лечилке, к примеру, из меда. Правда, блин, я ни улей не делал, ничего. Ну, мед-то достать я даже могу. Опа. Так, каска. Попал. По мне попали. Чёртовы отродье. Так. Питаемся пока сырой водорослей. Рассудок это понижает, но для нас, нам по барабану. Дротики огненные, я не знаю, кого им зажарить. Ради прикола использовать я все равно не буду. И у меня сейчас рыба сдохнет. Нужно сделать из нее две сабли. Золото у меня есть, веточки у меня есть. В принципе, можно сделать. Давайте, кстати, наверное, и рыбу сожрем. Вот эту вот. Рыбу сожрем. Так, не, это есть не будем. Сделаем себе... Что, закончилось у меня? Трава закончилась, офигеть. Сделаем две сабли, чтобы рыба не пропала. Так, положим это дело сюда. Возможно, я слышал не коней, возможно, я слышал просто звуки болота. Но почему-то, мне кажется, где-то здесь коняхи были. Прямо где-то в этой зоне. Может, мне просто кажется. Так, топор. Пока стоим. Давай вот это вот сломаем дело. О-о-о. Начинается. Так, это тебе. Это возьмем. Мачете я, наверное, тоже алтарь найду, оставлю. Давайте аккуратненько попробуем побегать. Все равно камыши еще собираю. Главное, флюпов не собирать мне. Чертовы флюпы. Вот ты, блин, я еще без брони. Ай-яй-яй, камыш, не жги. Подыхай так. Вот, все, готов. Кстати, опа. Черт, у меня здоровья совсем мало. Так, это можно заправить. Где каска? Это можно заправить. Так, включаем скорость. Сейчас мы вокруг флюпа вот так вот побегаем. Пускай он загорается. Забираем. Я же лечилки изучал, правильно? Черт. Фак.
А я опять. Чё ж ваш... Чё ж вас так... Дофига, во. Да как, блин, я пока... Так, подожди. Так. Лечимся так тогда. Так. Это нам тоже немножко здоровья прибавляет. Так. Вроде все. Нет тут больше ничего. Ай-яй-яй. Короче, сейчас собаки появятся, мы их здесь оставим. Нужно посмотреть только, чтобы с камушками вдруг появятся. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Собаку бьют. Рыбка, конечно, хорошо. Я не знаю, собрать. Так, собаки обычные. Да, собаки обычные. Где моя лодка? Лодка здесь. Прыгай. Улепетывай. Так. Рыбу сожрем. Так. Что у нас по плану дальше? А, нам нужна трава. Кстати, где жаба-то? А, вот-вот-вот-вот. Кусочек гриба. Появился, кстати, если там... Мне почему-то кажется, там может быть... Алтарь. Все-таки вот такие вот кусочки бывают, иногда на нем может оказаться. Давайте посмотрим. Так. Давайте на всякий случай проверим. Так, 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 так. Так, так, так. Опа. Вон, а, вон грибочек, который нужно рубить. И тогда вылезет жаба-поганка и все тут разнесет нафиг. К чертям. Камыша я нормально набрал. Место еще можно освободить. Вот этой фигней кого-нибудь поколупать. Кто нам будет мешать. Ну и на крайняк что-нибудь либо выкинуть, либо... Посмотрим. Лечилки у меня сейчас закончатся. Лечиться вот можно. Жарить это дело. Главное травы набрать. И пчелок. Нужно пошарахать пчелок. Так, крабы. Вот на таком островке обычно живет... На похожем, по крайней мере. Обычно живет... Тигровая акула. По-моему... Я ее не находил еще в этом мире. В этом мире я вообще особо ничего не находил. Магазин находил, племя находил. И вроде все. Так, травы очень мало. Да и костер смысла разводить нет, он сейчас потухнет моментально. И островочек маленький, скорее всего, на этом островочке у нас будет клад. Если мы вообще найдем бутылку с карты, которую показывает именно на данном островочке. Так, немножко травы собрали. Все, валим отсюда. На этом островке больше ничего нету. Так. Радует то, что мы не намокаем нифига. Это офигенно. Да, кстати, золото нам пригодится, к примеру, научную машину. Я чинилку вроде бы не делал. Science машин, по-моему, просто алхимическая. Научная машина. Поэтому ее легко сделать можем. В походных условиях и изучить себе чинилку. Только нужно найти пчел. А бак с собакой. Кстати. А, не туда ты стреляешь! Не туда стреляешь, черт. Ладно, поплыли пока. Там, по-моему, игла была летняя. Летнего этого. Макбивня. Во. Давайте вот это потратим, как раз ее убьем, а то она нам покой не даст. Ты еще живая, тварь такая?
Скотина. Капитанская шапка. Спасательный жилет. Да, игла. Здесь у нас появится летний Макбифало. Макбифало, который отправился в отпуск отдыхать. И, кстати, пальмы эти сгорят, скорее всего. И на этом островке есть свиньи. Кстати, свиней... А, чем-нибудь перекормить бы, да. Было бы неплохо. А, кувалда у тебя есть? Да? У тебя кувалда есть. Кстати, к тебе давай положим вот это. Давай долбанем, может, что-нибудь найдем. Например, баночку. Вот эту. Если здесь алтарь... Ай-яй-яй-яй, забыл. Если здесь алтарь... полнолуние. О, костер. А, сгорело. Жалко, что сгорело. Паки, ты сейчас загорись. Кстати, полнолуние. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. О, мне молния помогла. Ты куда побежал? Куда ты побежал? Домик сгорел, черт. Плохо. Так. Вот вам еда. Вот вам. Так, ладно, это тратим. Вот и шкурки. Шкурку мы, наверное, положим здесь. Я думаю, она не улетит. Где-то здесь еще свинья была. Либо это одна какого-то черта обожралась и бегала. А где вторая? Третья. Вот тут много домиков же. Нет, они дома сидят. Они сидят дома. Одна почему-то выбежала и бегает. У меня намокание почему-то прошло. Высох? Так, ладно, погнали. Погнали, посмотрим, что у нас тут еще. Ну, скорее всего, здесь больше ничего нет. Здесь есть игла товарища, который летом здесь появится. И здесь есть немножко свиней. О! И пчелы здесь есть. Пчелы — это хорошо. Вот пчелы — это меня уже радует. Если здесь есть пчелы... Так, давайте вот так вот сделаем. Давайте сделаем вот так вот. Так. Закинем вот это. Это дело сейчас мы пожарим. А у нас рыба вон еще. Рыба, мясо. Короче, жратвы полно. Сейчас мы пожрем, отхилимся таким образом. И... Так, чайки долбанные жрут блюдечки. Плохо. Что они это делают? Так. И соберем пчелок. Жало соберем у них. И поставим здесь, наверное, вот эту машину. Пускай она здесь будет. Изучим еще лед. Может быть, мы его немножко наберем. Так. Где еще льдинка? Льдинка. Одна нужна льдинка. Где? О. Отлично. Да ладно. А, нужна другая машина. Ладно, пофигу. Так, пошли. Пошли шатнем пчел. Так. Остальные где? Останавливаемся. Ага. Главное тормознуть перед тем. Так, у нас как там откат идет, да? Вообще, начинилку на одну я собрал. Сейчас вторую сделаем. О! Собираем. Опа, собаки появились. Много собак появилось. Беги, Паки. Беги. Черт подери, беги. Сейчас тебя отымеют. Так. Одну готово.
Камушек дай. Отлично. Отлично. Мне нужно вот это. Крабы темные заманчиво. Причем их много. Откат прошел? Откат прошел. Так, вот где-то вот здесь вот. Топливо ужаса есть. Так, ну мне его складывать опять же некуда, да? Плохо. Плохо, что мне его некуда складывать. Так, дерево. Нам нужно дерево добыть. Трава у меня есть. Так, лишнее. Вот это лишнее. Топливо ужаса оставлю. Это я, наверное, полечусь. Так. Это я съем, наверное. Либо к алтарю какому-нибудь положу. Так, 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 так. Что можно выкинуть еще, а? Можно вот это повыкидывать. Вот это можно выкинуть. Так, мне дерево. Так, берем вот это дело. Сохранялка у нас пошла. Так. Давай немножко дерево клупнем. Отлично. Так, это можно посадить. Пригодится. Не-не-не, сажай. Говорю, сажай. Так. Лопата была же. А, вот она. Копаем. Долбаним вот это еще. Так. Копаем. Две доски, две веревки нам нужно. И жало. Две веревки. Сделали. Две доски. Сделали. Паки. На, забери к себе пока. Забери вот это. Забери вот это. Так. Так. Почему у меня опять не помещается? А, потому что в руках ничего нету. Делаем чинилку для лодки. Это берем в руки. Золото забираем. Камни забираем у Паки все. Освобождаем тем самым место. Так. Домой доберусь, можно будет... кстати, вот это можно забрать. Кушать мы хотим, по идее. Хотим, да, но... Это все фигня. Так, а где я еще острова видел? Или нигде уже больше не видел? А, вот еще остров. Вот нужно будет на него сгонять. И потом... Домой рановато возвращаться. Я пока еще не нашел чертовы... Да шестеренки какие, блин. Шестеренки нужно около острова. Где-то здесь найти кита. Ну ладно. На этом давайте серию закончим. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.